Так. Ох, сейчас надо ручки разогреть, прохрустеть, подготовиться. Хорошее начало. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. Ну что ж, ребят, мы с вами продолжаем играть в Мизери с Ганслингером. Собственно говоря, прохождение, где мы с вами пытаемся за штурмовика, так сказать, в лице такого ролл-плея пройти всю на долю поперек, то есть делая прям все задания, которые есть в Сталкере за Припяти, прям со всеми достижениями, с ачивками. Ну, короче, вы и так все знаете, потому что, что я рассказываю, как говорится, есть плейлисты, вы наверное смотрите. Да и судя по активу, как говорится, лайки ставятся, комментарии пишутся, я в шоке. Я в шоке. Лайков, конечно, немного, почему-то на последней серии лайкосики подупали. Я надеюсь, так что вы это дело исправите, да, уже на этом видосе. Так что надо прожать прям по-жесткому. Но! Есть жесткий позитив, это, короче говоря, количество комментариев. Там просто под сотню на каждом видосе, это прям... Но я хлопаю, аплодирую, говорится, стоя. Так, это по вещи до серии, которые нужно было сообщить. А, еще одна вещь. Много людей спрашивало, блин, про мини-карту. Я не помню, говорил я это или нет, но, короче, мини-карта ставится в лаунчере. То есть вы игру когда скачали, зайдите просто в папку с игрой. Я понимаю, наверное, многие играют с ярлыка, с рабочего стола, но просто зайдите, короче говоря, в папку с игрой, там есть лаунчер. Лаунчер с модификациями. И там можно выбрать, короче говоря, карту поставить. Я поставил, потому что я без карты, ну, просто теряюсь, куда идти. У меня небольшой, так сказать, это графический ретинизм, хотя я в Сталкере уже протоптал все тропки для поперек, но так получается. Поэтому имейте в виду. Все, лайкосики прожали, комменты написали и поехали играть. Сегодня с вами жесткая серия, потому что предыдущая была такая лайтовенькая. Походили, пособирали, конечно, повоевали с одним полтергейстом, ощутили, так сказать, мощь пси-силы в мизерюхе. О, собачки пошли, да, в пекло. Ну это хорошо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, почему? Ну почему? Почему она бежит в мою сторону? Я не понимаю. Вот там, значит, куча людей стоит просто. Они все равно бегут в мою сторону. Ну, уроды моральные. Так, ладно, хвостик сюда. Короче, такие небольшие качельки получаются. Одна серия подозрительная, другая серия, так сказать, более мощная. В этой серии мы с вами сейчас идем, во-первых, в Кимозу. Во-вторых, в Железный лес. Там, скорее всего, будет контролер, будут инструменты, будет дохера все интересного. Потом нужно будет поговорить с ребятами на цехах по станции. Что дальше, у тебя пока не знаю. Вообще, конечно, есть очень хорошая идея пойти на лесопилку, но... Без коллиматора, без прицела, с контролером воевать. Что-то немножечко, так сказать, очко поддавливает. Так, я сейчас хочу все-таки попытаться зайти сюда в Химозу и забрать артефакт. Я почти уверен, что он здесь есть. О-хо-хо! Их здесь три штуки, а у меня один контейнер. Может, на обратном пути? Бляха, вот это я не подготовился. Да кто знал, что здесь так много радиа... Ну, в принципе, если сожрать радпротектор, а он только от внешки защищает, интересно, хоть состав лишних аптечек появился в зоне с лишних защитных витаминов, между воздействием излучения на ткани живого организма, данный продукт... Да, слушайте. По идее, он должен будет нас защитить до... Так, тогда, короче, пока это оставляем. Сейчас пойду найду КПКшку этого потерянного друга Кардана. Мы сюда придем немножко попозже. Блин, жрать опять захотел. Вот это вот проблема того, что мы играем за штурмовика. Падла, жрет просто как комбайн чертов. Давай хавай. Ну реально, в него влезает столько еды, я не знаю. Я просто не знаю. Больше, наверное, влезает только во всяких блогеров, бодибилдеров, типа там Ларри Уилса или Хафтера Бьернсона, которые там снимают ролики. Я съел 15 тысяч килокалорий за сутки. Ха-ха, и это было легко. Так, все, вроде пропали все индикаторы. Вообще рада, что здесь сталкеры ходят обычные, а не всякие бандосы. Ибо у нас с ним сейчас проблемы, причем такого хорошего порядка. Я не хочу особо, так сказать, впариваться в битву с бандосами по той простой причине, что уже пару групп снесли, а у них нихера нету, они бомжи. То есть, ну, на полном серьезе они вообще никакущие, никчемные. То есть, если фармить, там, наемников я еще могу предположить, то прока от бандитов вообще ноль. Ага. Вот он, вот самый ПДАшка. Что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с Карданом и Баржей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было слушать. Да, этот парень уверен, что артефакт, значит, не снизу, а сверху. Угу. Братан, ну, как говорится, уверенность эта штука хорошая. Если ты уверен, то добавить нечего. Слушайте, а сталкеры не пошли ли в ту сторону? Ребята! Или вы на эту, на ложбинку? Блин, если хотите мне помочь справиться с контролером и с полтергейстами, я только за... Блин, коллиматор был бы, вот сраный коллиматор.
Было бы прекрасно. Так, ладно, у нас, кстати, до сих пор работает таблетку на пси-защиту. Хера себе. Нормальная такая таблеточка. Работает уверенно, я бы сказал. Грены же есть. Грены аж 3 штуки. Так, ну ладно, пошли попробуем. Ёпс тудей! Петрович, блядь, как бы так тебя сейчас аккуратненько-то? Пошла, родная, раз. Пиздец, не докинул. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, проблемы. Ебать, чувствую проблемы, так сказать, органического порядка. Прям рассыпается органическая составляющая. Дядь, ты чё? Аккуратно. Да ебать! Их двое. Ёб твою мать, гнилые чебуреки привокзальные. А, блядь, из города Самара. Их тут двое. Нормально. Твою мать, твою... Дядь, ты чё, дядь, успокойся. Бинокль-то отдай. Да отдай. Да ёбс тудей. Пиздец, просто в щи. Раз, два. Охуенно. Я не вижу его. Вот сейчас в зоне атаки. Где он? Что происходит? За что так жестко? Так, короче говоря, я там попрыгал, побегал, посмотрел, но вообще без вариантов. Я даже в толпе не могу выцепить его просто, ну вот так вот, с мушки, но я не могу. Там они, слишком большая толпа, они даже закрывают местами, мне кажется, это какая-то система местная. То есть, я когда начинаю по нему стрелять, он живым щитом тебя закрывает, то есть не дает по себе херачить. Так что это вообще бесшансовая тема. Полез сейчас, наверное, в химоз, завернусь с артефакты. А для начала, как говорится, попробуем, может быть, забрать лесопилку с одним контролером. Но мне сейчас нужно забрать артефакты, деньги, все это дело сдать, получить себе хотя бы коллиматор. Хотя бы, мать его, коллиматор. Потому что, ну, вообще бесшансовая ситуация. То есть не с чем работать. Я уж не говорю там про ПСОшку, то есть мне бы ПСОха вообще пошла бы вот просто, ну, от души. Но дистанция ближняя вообще без шансов. И нужны гранаты, которые осколочные. Эти не берут, слишком маленький радиус поражения, вообще просто... Ну, никак. Никак от слова совсем. Так, ладно, поехали. Значит, во-первых, от химмодзе таблетку. Раз. Во-вторых, мы сейчас, собственно, бахаем от радиации. Сразу. Два. Перегруза у нас вроде бы нету, поэтому... Здесь куча артов. Прям огромная куча. Можно прям заработать большие деньги. Только желательно так, чтобы костюм не расплавился. А, уже прям больно? Понял. Нужно быстрее ходить. Гораздо быстрее. Здесь не такая химоза, как в том месте. Тут прошибает даже через таблетки. Не могу, получается. Меня прям там плавит. И костюм... Не, костюм вроде бы целый, но шлемак дальше подплавило. Че по состоянию костюма? По процентам. Толст боевой ножик. 97. Нет, но он не ощущает. Если ты не вляпываешься, прям жестко не ощущает. Кровь камня. 6. Ну, это один из самых слабых артефактов в игре. Блин, он только что через аптечки придется каждый раз втариваться. С той стороны еще можно забрать один артефакт точно. Там, по-моему, тоже кровь камня. Здесь просто наплодилась куча говна. Но нужны сейчас деньги. Хотя 62 тысячи. Хотя 62 тысячи, стоят ли такие риски? Я шел вообще за инструментами, я помню это, я помню, ребят. Что я шел за инструментами, но, видите, контролеры сказали мне, инструментов нет, в другом месте ищи. Опа! Вот это посерьезнее. Вот это прям хорошо, прям сохранимся. Вот это прям гораздо посерьезнее. Колобочек, что ли? Это сразу может сейчас будет отложить. Это супер дорогой артефакт, к сожалению. Да, да, химоза, супер. Это прям очень сильно, я понимаю. Кстати, можно сейчас даже на себя нацепить его, чтобы получить более большую защиту от химозы. Сейчас радиация будет печь. Я в том плане, что этот артефакт же нужен для сюжета будет, Гарику. Так что сразу нашли себе арт по сюжету, это очень хорошо. Так, попытка еще. Блин, ну здесь есть чем наживиться. Да, блин, есть. Вот в этом месте по центру меня как будто стаю. Потоком химозы прям вот сквозь костюм, прям в затылок мне дует. И я расплавляюсь. Нормально так, подошел, короче, к скадосу. Здесь какая-то пальва была. Походу там бандосов положили. Ладно, это потом разберемся. Пока она сейчас радиация не спекла, просто уже, говорится, как печка. Конечно, капает с этой... Сейчас снежинки просто по-страшному. А, с колобка точнее. Да все, убираю. Ни капли мне на мозги.
Кстати, колобочек, по-моему, у... Тихо-тихо, спокойно, брат, спокойно, не нервничай. Вроде бы колобочек есть в заданиях у Бородеса, но... Опять же, говорю, что по системе, если я взял уже его в руки, то в списке мне вряд ли что он будет. Я бы, на самом деле, даже отдал, как бы, это проблема. На самом деле, даже в принципе, можно сейчас даже артефакт продать, потому что я себе поставил аддон на мизерюху, который спавнит артефакты по новой после каждого выброса, поэтому он явно не кончится, то есть мы найдем его в любом случае. Артефакты, которые нужны. Светляк, пузырь, глаз, ну то есть, как бы... А, я все, тихо, я откисаю, да? Тихо, не умираем, живем. Почем будет стоить, если его продавать? Мне просто интересно. 11 тысяч, я тогда лучше оставлю. А этот артефакт, ну, пятера. Ну, я так и думал, что кровка мне, короче, нихера особо не будет стоить. Ладно. Мне вот тогда контейнер под него, что ли, или у меня был второй, я уж не помню. Сейчас быстро пальнем. Очень быстро. По-моему, контейнер второй у меня... А, ну все. Тогда сюда сейчас группируем. Я просто не хочу, чтобы он засирал мне этот весь инвентарь сейчас радиации. Я не помню, есть ли система здесь или нету, но лучше, короче, положить его аккуратненько в ящик, чтобы он не прогорел. Так, нет, с колобком вот сюда. Кровь камня сейчас просто продам. Потом вылечим радиацию и, собственно, пойдем на лесопилку. И сейчас еще надо поискать где-то у пацанов этот себе... Скажите мне, пожалуйста, коллиматор, либо прицел. Потому что это ненормально. Как бы нету коллиматоров даже. Ну, как мне работать? Снушки, что ли? Ну, смешно. 21 век на дворе, что за приколы. Так, еще 5000. Итого у нас 72, плюс там еще руки, ноги, шкурки. Еще нормально распродадимся. Мясо это всратое. Ну, короче, деньги еще заимели, да. Тросик лучше отдать Сычевскому. Так, теперь не рискуя, как говорится, своей задницей. Доверим свое тело профессионалу. Вроде как он не обладает сосущими свойствами, как предыдущий доктор, поэтому... А радиацию, пожалуйста, выведи мне, да. Все. Как новенький, да, говорит, просто. Будешь просто как новенький. Так, информация, работа, это, конечно, все прекрасно. Давай смотреть, что у нас здесь есть. Блин, мне, кстати говоря, для походов на контролеры вполне может быть стоит купить что-нибудь вот такое. Блин, пси-защита. А, кстати говоря, вот у этого шлемака от радиации защиты ни хер на не, а пси-защита есть. 19 косарей, стальной шлем М40. Блин, кстати говоря, вполне для нас подходит по профилю. Ну, вот сейчас даже его возьму. От псишки имеет защиту практически 25-30%, но это довольно сильно. Коллиматоров так и не завезли. То есть вообще прицелов нету. Абсолютно. То есть я не знаю, как будто игра предлагает сейчас пойти на наемников тех и с них снять. Просто расхерачить их. Потому что других вариантов я сейчас просто не вижу. Какой шанс того, что сейчас я пойду и каким-то образом этого контролера чудом убью? А если их там тоже будет двое? И вот нихера ты не сделаешь. Опять же, кстати, гранат у него нихера есть светошумовые, но вряд ли светошумовая граната ослепит контролера. Это что-то нерабочая какая-то схема. Блин, нет даже осколочных гранат. Что за херня? Блин, ребята, у вас совсем беды с поставками. А мне нужны инструменты для прокачки. Здорово. Здорово, так, расскажи про шутника и баржу. Нашел КПК, взгляни. Так, отдали ему, отлично. Ремонт залетел на 400 рублей. Ремонт залетел на 20 рублей. Ремонт залетел на 100 рублей. Ах ты ж, бляха-муха. Нужна водка, долговечность, выносливость, заживление ран, гашение удара, 6200 плюс водка. Просто не хочу пока прокачиваться в конец второго тира. Ладно, будем рисковать сейчас. Делать особо нечего. Как бы. Давайте на это покупать себе шлемак, раз уж такая маза пошла. Значит, здравствуйте, наш стальной шлем. Для нас, так сказать, профильный и подходящий. Противогаз пока просто скинем. Он нам не нужен. Это вот сюда. Это мы забираем на свою голову. И будем просто верить в лучшее. Кстати, это что такое у нас? А, это сломанный щечи Гейгера, но он сломанный. Понятно. Он сломанный, это плохо. Прокачки. Ночной прицел, ночной лобный фонарик. Остается на один слот или нет? Прибор ночного видения, позволяющий уверенно действовать ночью. 4000 будет вот так. А, нет, можно прокачать. Ладно, тогда сейчас сразу деньги вкину. Нужна водка Немиров, защитимся от радиации. Кстати говоря, можно после... Ага, нужна тонкая работа. 100% пси-защита, это сильно. Выбор! Либо 10% радиозащита, либо 100% псишка. Конечно, как бы, ну, тут очевидно. Просто очевидные вещи. Так.
Ну, средней паршивости наработать можно, фонарик. Такой же, да? Понял, ничего удивительного. Окей. Братан. Он старше стоит. Блин, может с этой сталкером пообщаться, может у кого-то будет что-то с прицелом, я вот сейчас подумал. Так, патроны есть, калаш есть, да в принципе все есть, даже гранаты 3 штуки есть, не знаю, надо ли брать еще дополнительные. Мне кажется, 3 гранаты должно хватить сполна, если я попаду. Вот то, что нет прицелов, просто не убивает. Сейчас, кстати, может даже я закажу себе доставку, да, лесопилки, не хочу идти туда ногами. Это не ко мне. Прям мне что-то впадло. Давайте попытаемся побазарить с пацанами, может кого-то что-то будет. Деньги, патроны, почем патрики? Понял. А аптечки почем? Понял. Вопрос закрыли. Ну, привет, брат. Ценники просто сумасшедшие. А на спине надпись. Угу. Я неудачник. Ронин, слушаю тебя. Моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров вообще ничего. Никто не подходит. Ага, но здесь ничего, понятно. Будет чего интересного. Блин, ну, я бы пытался, как говорится, не нашел. Ну, сейчас будем веселиться. Других вариантов у нас просто нету. Здесь тоже нихера не имеется. От псишки у меня таблетосы есть. Ну, что-то, конечно, сейчас и шкур есть. Шкура химеры за 2400. Ладно, харе плакать, как говорится. Я таблетки от псишки с собой взял. Есть, конечно, марихуана, но нет, там были у нас, по-моему, профильные таблетосы от пси. По-моему, они шли многоразовым слоем, поэтому... Оно, да? Да-да-да, все. Батарейки садятся. Сейчас мы подзарядить. А, 20:30 время! Не, ночью точно не пойду. Бля, поспим до утра, там дальше решим. Да, знаете, я, конечно, мог сейчас сослаться на плохое предчувствие, но это было не предчувствие. Я, короче, шел по пути сюда, к лесопилке, и там же есть этот квестовый контрбубер, который сидит в пещерке. И он у меня своим сиполем, но там вроде какой-то сверхмощный контроллер, один из самых сильных, который разговаривать умеет, там все дела. Он меня, короче, сиполем на секунду захватил. Ну, я так мимо шел лесом, как говорится, и я просто потерял пол хп на этом. За секунды, вот просто секунду летели. И это после нового шлемака с этим, с защитой от пси-атаки. Сейчас, возможно, будет просто тотальное жопогорение, я не знаю. Ладно, давайте верить в лучшее. Тут можно, в принципе, поплясать. В отличие от железного, так сказать, леса, там не попляшешь. Там странный забор. Ох, бляха, это что, он сразу? А, подожди. Нет, это товарищ зомби обычный ходит. Так, ну первое, как говорится, работаем по нормальным системам. Первое. Установить, так сказать, цель, то есть ее местонахождение, где он находится. Здесь есть зомби, почему-то в основном наемники. Да, кстати говоря, интересные ребята, их очень много, стрёмно ходят, прям жуть какая-то. Надо найти, как говорится, хозяина, но он обычно наверху. Блин, вот это, кстати, беда, если бы он вниз спустился... С высоты я бы вниз туда в ложбинку ему башку прострелил бы. Я думаю, надо сейчас заранее сразу таблетос кидать себе в рот. Вообще, от пассивного псиполя, ну, предыдущих контроллеров я... Ух, ебать, меня вштырило. Нормально держался. Но вот это его система, то, что он не дает тебе стрелять, и он твои руки связывает, вот это то, что меня, как говорится, выбило вообще из колеи. Сейчас главное установить цель. Блять, ну пожалуйста, не моргай так сильно, нихера не видно. Это не то? Вот это то. Бля, они так тихо ходят, никого не трогают. Ну, пока он им команду не даст атаковать, они не лезут. А где же сам папочка? Тихо, родной, тихо. Тихо, успокойся, да успокойся ты, господи. Команды атаковать не было. Где хозяин, ребята? О-хо-хо-хо, у меня проблема. Да? Да, у меня пиздец какие проблемы. Твою нахрена. Пошла, родная, раз. Попала. Вообще насрать, ноль, ну не возымело никакого эффекта. Ситуация крайне странная, даже не хочу ее описывать. На территории огромное количество изломов.
Это не то, что усложняет, это просто пиздец. Они сами по себе очень жирные и очень сильно бьющие, уже проверял. Прям ебальник улетает. Только так. Ладно, надо потихонечку это дело разгребать. Они почему-то некоторые валят по своим же. Сумасшедшие, что ли? Алло, алло, спокойно, спокойно, ребят, спокойно. Дышим, дышим ровно. Уехал. Конкретно, как говорится, уверенно. Блять, ёбнутые. Что, блядь, слышишь ты, бабек, блядь? Вот бабек, а? Пиздец. Дигл! Это по звуку дигл! Да хоры, блядь! Патроны. Наше все, как говорится. Так, но теперь у меня официально нету. Это он, что ли? Это зомби, блядь. Это еще что? Это ты зюбарь. А! Зараза. Это проблема. Это большая проблема. Прыгай, как зайчик. Давай, 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 давай. Твою мать. А где ж хозяин? Где же пастух? Пастух где? Так, забираем с него ручку, ножку, тролелёшку. Сука, пастуха не видно. А мы уже конкретно нашумели, что он разозлится. А злой пастух это очень нехорошо. Он в принципе-то не очень хорош, а уж злой так вообще беда. Блин, благо хотя бы на этих тварей мне залпа хватает. Потому что, ну, на предыдущих не хватало. Бедные ребята, конечно. Блин, но это говорит о том, что контроллер сильный. У тех ребят, которые были там, на этом, на Железном лесу, он только вроде бы зомбари водил. Хотя они там бегали, хороводы крутили с полтергейстами, но этот, походу, еще и разум изломов себе починил. Не пальцем деланный, рангом повыше парняга попался. Так, сука. Как бы теперь его найти? Хороший вопрос, да? А ответов нету. Брат. Зачем? Зачем этот негатив? Вали, гада! Опа, ребята из Браво, долго подошли. Блин, пацаны, увидите контроль. А что? Сука! Тыл-то надо прикрывать! Это же первое правило! Да ёпс тудей! Блин, тут столько трупов этих лежит, зомбарей. Там еще какой-то лут имеется, слушайте. Ну пока что все прекрасно, что даже можно здесь немножко нафармить. Но это пока не пришел, как говорится, пастырь. Это, конечно, все прекрасно, интересно, но... Сейчас скажу, что таблетки, которые защищают нас от псишки, вообще будет невесело. Да харе. Вот то, что эти ребята так близко, уже говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля. Блин, там реально долгари херачат вовсю. Я не против. Я бы сказал, я даже за. Пацаны, упа, ПДАшечка. Ствол какой-то. Отдыхай. Деньги, деньги, деньги. Обыскали, ствол еще. Я там что-то смотреть не могу. У него защищенный рюкзак, его нельзя осматривать, походу. Скорее всего. Блин, у меня сейчас кончится дроби, дальше я буду с колпачками воевать с контролером. Ох, нелегкая будет. Слушайте, ну, либо мы сейчас заберем вообще все шмотки, все заберем и уйдем без битвы. Я не против, знаете ли. Нас ожидают ребята вон с другой стороны, так что, так или иначе, война с контроллерами будет немножко попозже, может быть, просто. Но странно, что он здесь только наплодил, а сам не вышел. Сыкло, что ли, получается? Просто, а как он их тогда контролирует? Он должен быть, ну, как минимум, в поле обозрения своего пси-поля. Он должен быть это здесь. Но пока еще даже ни разу не было пси-атаки. Там уже просто зашли долгари на все. Блять! Твою налево. Да что ж такое-то? Я, блин, больше не за жизнь не переживаю, за лишний урон по своему костюму. Куда он делся? А-а-а! Понятно. Убей, он говорит, я выполнил твою волю, братан, выполнил. Тихо, 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 да не вставай, да куда ж ты?
Зачем? Блять! Да что происходит? Все было хорошо, тут теперь решил уже прям врагов пустить в себя, так сказать. Брат, да не надо, успокойся. Так, эти какие-то не особо щедрые на количество лута. Мы сюда пришли за инструментами, а не за лутом. А патроны все, а патрончики, блядь, кончились. Спокойно. Тихо. Кто там, блядь, долбит вовсю? Опа, стимпак, ну хотя бы так. Тут еще ребята ходят. Туда-сюда обратно. Блять, вовсю там палят. Не, ну, долг, конечно, красавцы. Подоспели вовремя, я не против. Давай, ребята, ебать. Гасите их, ебать. Правильно, ебать. Так им и надо. Хлобысь затылок. Хлобысь. Хорошо справились. Контролера, походу, нету. Сделал паству и ушел, что ли? Ну, это, не знаю, как-то неправильно. Он здесь стольких людей с ума свел и бросил их просто, как говорится, все. Ходите, живите, пускайте слюнки. Ваш мозг я спек, мне было весело, но я дальше пошел. Возможно, скооперировался с теми ребятами, которые на Железном лесу. Так, тут тайник раньше был, а он и сейчас здесь есть. А я не смог его забрать, потому что рукожоп. А силы меня уже покинули. Да ёп! Студай, о. Плохо. Тут еще вроде сверху тайник какой-то имеется. Это потом посмотрим. А, долгарь, конечно, ворвался. А, это даже не долгарь, это просто какой-то парень случайно. Я думал, что долг. Ну, судя по говору, там что-то прям орал так. Что-то такое. Прям очевидно на долговском языке. Так, брат, пушка. Ни хера больше, да? Блин, тут столько зомби и нет контролера. У меня есть только одно предположение. Он, ну, точнее, два. Он либо реально умер. Ну, то есть, так бывает. Опа, 20 колпачков. Ну, возможно, он пошел туда в сторону вот тех вот ребят. Он может быть, не один этот непись был. Был с группой сталкеров. Контролер пошел просто к тем воротам, и его ёбнули. Вот и все. Второй варик, от выброса что-то произошло, и он тоже откинулся. Блять! Это проблема, да? Блять! А я без патронов! Так смени калибр! Сука! Штанину все забрызгал. Так, это проблема. Это прям проблема. Меняем калибр. Кончились трубы, остались только колпачки. Брат, у нас проблема. А, пришли ребята из, так сказать, из глубокого рейда. Лисов кличут. Деньги, бабосики. Кровососики. Наемник. Парни кликуханы. А, нет, слушайте, это реально долгарь был. Долгари здесь были. Лейтенант, как его там. Лейтенант Башаков. Ну, все понятно, кто контрабеса зажарил. Я поищу, где-то здесь вот труп валяется. Я в этом уверен просто. Ребята шли, как бы. Ну, а долг, понимаете, они не могут пройти мимо такой цели. Они такие, ну привет, Андрей. Давай ебашиться скорее. Где-то он там вот, скорее всего, лежит, бедолага. Но это уже не наша проблема, получается. А вот это наша проблема. Вот это вот очень наша проблема. Парень, живи. Давай, ты депаешь, я стреляю. Хорош! Ебать, он мой... Ты двух кровососей положил? Одного полотного? Троих? Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Кто это такой, блядь? В другой раз поговорим. Ебать, это товарищ генерал Таченко. Я сейчас не удивлюсь, если я найду труп реально этого контролера, и он его ебнул лично. Ноги об него вытер, говорит, фу, грязь просто, пыль вообще, блядь, жижа подошвенная. Пиздец, у него Ксюха в руках, бля, он с Ксюхи их разложил просто на атомы. Дядя, я тебя боюсь, слышишь? Я тут так, проездом, если что, не обращай внимания, я просто собираю то, что мне нужно, и все. Так. Блин, перегруз уже появился лютый. На этом все равно ни хера не заработаешь, я, наверное, все поскидываю. На патронах еще заработаю. Бля, диглов? У всех по диглу было, но это, конечно, весело. Это все деньги, да, но у нас сейчас не деньги проблема, у меня сейчас проблема в другом. Просто такой вес я реально не потащу. Так, это забираем. Ну, слушайте, я не вижу здесь реально контрабеса. Давай сейчас быстро пробежимся, бегло.
Беглый, беглый пробег. Это все сталкеры. Не вижу. Где-то в лесу. Не вижу. Странная ситуация, но я даже отчасти рад, потому что на железный лес меня не пустили. Прям не пустили, сказали, пошел нахуй. Вы кто такие? Мы вас не ждали, идите нахуй, так и сказали нам. Я такой, ну все, понял, понял. Там два контролера, полтергейст и армия зомби. Я такой, все, вопросов нету, я пошел. А здесь нам нужны хотя бы были инструменты, так, жрать захотелось. Нет, жрать эти кусочки я не буду, это очень просроченная еда. Батончик Херши. Он просто здесь всех повалил, я не знаю, кто он такой, но я реально боюсь его, чувак. Это лидер какой-то группы, очень жесткой, мощной и уверенной в себе. Да, конечно. Конечно, ребята, конечно. Тут есть... Помогаю, брат. Бля, просто мрак, короче, забейте. Колпачки можно продавать нахрен. Не знаю, вообще не летят. Я стреляю четко в цель, это, кстати, вот... Может, надо тело прошибать, конечно. Но в голову они просто не залетают. У них какой-то абсолютно никакущий. А, ну один раз, как говорится, из 10, блядь. Любви достойна только мать. И Камри 3,5. И Тозик 3,5. Так, тайничок. Сюда. Все забрали. Байта мочилова в округе. Туда бы одну правую гренку. Вот! Тот с перевертот. Мы подошли. Тихо. Меня калибр. Бронебойный сейчас пойдут в ход. Выходим. Голова. Хотел дать ему шанс. Может быть, он ушел, но он не ушел. Модифицированные эти всякие тозики. Были патроны? Нет. Тихо! А, ну и все, тут вообще подошла толпа людей. Все, я понял. Ну, лесопилку мы отжали официально, она теперь даже не под зомбями. Подошли другие ребята. Ну вот этот тип, конечно, в супер броне долго. А, у него бизон, какие-то, блядь, плашки на ногах, что-то какие-то припайки, я не знаю. Ну, лютейший хер, просто лютейший. Этот с прицелом, а вы между собой враги, что ли? Это же долгарь, это не бандит. Алло. Ребята, вы чё? Или он, может, попал просто случайно по ним, когда по этим гасил, по зомбарям. Так, ладно, понятно. Блин, имя бы его узнать, но я не могу этого сделать. Тут нету контактов же, да, к сожалению. А говорить он не хочет. Он что-то встал на стреме. А, рядовой Богданов! Ёб твою мать! Просто, это рядовой! Это рядовой, ребята. Посмотрите на эти мощнецкие глаза, боже. Он видел все в этой жизни. Говорит, я видел смерть. Если кто не в курсе, этот парень ходил, патроны подавал палачу Рока в игре Doom. В аду, блядь, прям вот просто. Рядовой Богдан, рядовой, это что ж там полковники делают в долги? Наверное, просто голыми руками шеи скручивают. Пиздец. Жестко. Но я, ну, теперь я просто уверен, кто куда исчез контролер. Теперь, говорится, вопросов не осталось. К моему приходу доблестный долг просто их бубликом свернул. Так, нет здесь инструментов, печалька. Но есть второе место спавна. Блин, не дай бог, сейчас там не будет, я просто обосрусь. Здесь что, зря пришел, что ли, получается? Так. Здесь тоже пусто. Ёпс тудей, а здесь нет инструментов. А нахрена мы сюда... У штормовика, походу, в другом месте они. Ага, то есть мне нужно идти в железный лес, хочу я этого или нет. Блин, ну слушайте, тогда вариантов нету. Придется сейчас заказывать штурму винтовку у этого, у Шустрильского. Но нет здесь, короче говоря, инструментов, да. Они либо там, либо тут обычно появляются. Раз нету, значит, нету, значит... Все-таки тот спавы на лесничестве, походу, для всех стандартный, а вот дальше уже ищи, как появилось. Ладно. Значит, будем сейчас заказывать штурму винтовку. Деньги у нас есть. Я, конечно, ценники не смотрел. Нам нужно что-то с прицелами уже, с коллиматорами. Может, что-то годное прибудет. Ну, зато мы очистили лесопилку. Я сейчас что еще думаю сделать? Пойти, короче, тут по трубам и забрать тайник. Там надо именно идти с этой стороны по трубе. По-другому ты его не заберешь.
Вдруг там что-то ценное будет. Ну, как вариант. Туман поднялся. Да, это жестко. Так, у нас получается две серии подряд без особо жесткого экшена. Ну, в принципе, такое тоже бывает, знаете ли. Пока что делаем экономическую подушку себе. В прошлый раз мы с вами закупили, получается, хорошую броню. Ну, сейчас у нас надо будет закупаться хорошей пушкой, потому что калак калаком, но раз нам не предлагают ничего из прицелов. Есть, конечно, вариант немножко попроще. Привет. Давай сейчас посмотрим ценники. Хочу сделать заказ. Не, это не то. Сделать заказ. Штурмовое оружие. 53, ну, в принципе, да, да, то есть я могу себе сейчас заиметь прям сразу готовый спецствол. Второй вариант просто проще в том плане, что можно сейчас, в принципе, залезть на лоцмана наверху и пойти на территорию, получается... Так, сколько бы стоит перфенаянов? 10 тысяч! Не-не-не, без карты тебе бесполезно, тут на пятеро, чтобы... По-моему, там скидос будет хороший, чуть ли не двукратный на переходы после вот как раз таки карты Железного леса. То есть, просто 300 рублей дигл стоил. Блин, надо было туда еще с собой нести диглы. То есть, там купить это себе коллиматор. Ну, давайте сейчас туда, короче, покрутим, повертим себе штурмовинтовку новую. Потому что, как бы, нужен прицел. Ты с контролерами, ты их тебе контролеров просто не выкуришь без прицела, поэтому, как бы... Так, ну, в любом случае, эта ходка была не совсем уж плохая, потому что нафармили мы и мясо, нафермили. Так, тут у нас что, шкура кабана, огнеупорность 49%. Ой, бай, это отставляем нахер, это супер сильно. Химоза 11, максимальный вес, кожа... А, ну такие у нас есть, одно оставлю. Так, это 8061, ну да, да, поехали, короче, крутись, крутись, сейчас посмотрим. Заходи. Так, ну давай посмотрим, что у нас там есть, братишка. Забрать заказ. АК-101 с исполнения, доработанный свободой, хочу забрать. Блин, но он без прицелов, без нихера. За 50 тысяч 101 АК под пятерки, специсполнение от группировки «Свобода». Масса, настильность, точность. А почему от «Свободы»? Вроде бы камуфляжа особого какого-то нет у него. Блин, но он очень быстрый, кстати говоря, это правда. Прям капец как быстро. Он мне нравится в плане передвижухи, как будто разница гигантская между этим столом и тем. Блин. Вот хер его знает, честно говоря. У меня, конечно, немножко другое, типа, какую-нибудь там жишку мне принесли бы сразу с прицелом. Кстати, появились прицельщики. ПСОшка снайперская X4. А, это снайперская, это для СВД и СВУ. А есть обычный ПСО-1. Глушителя появились, подствольники. Ну, подствольника... Опа, и кобра появилась. Тогда отмена, отмена. Блин, еле накрутил, короче говоря, подробность просто никак. Он то есть, то нет, ничего с ней поделаешь. Так, оставим тогда свой калаш, штратить такие деньги. Там он, кстати говоря, три раза пытался перезайти у Шустрова. Он каждый раз приносит первым стволом именно этот ствол, именно калаш. А хочешь что-то подороже, нужно именно отменять. То есть там есть еще другие стволы, не только у него калашик есть. Нужно сначала отменить, ну либо очень долго крутить. Типа, не знаю, там какой-то, наверное, шанс невероятный. Короче, либо очень долго крутишь, либо приходится ствол первый, типа, я не хочу, 101 калаш, да очень другое. Тогда ценник вырастает просто... Давай, давай, не задерживайся. Так. Ну все, у нас теперь есть прицел, у нас теперь есть подствольник. То есть теперь мы реально боевая машина. Наконец-таки штурмовик стал штурмовиком. Вот только что дальше я пока не знаю. То есть жесткий заход сейчас на наемников совершить. Прям такое покушение, я бы сказал, на их жизни. Но это будет прям долгая и унылая дресня. Хотя, с другой стороны, у нас как бы особо-то вариантов и нету. Наверное, сейчас реально пойдем с наемниками. Эх, ладно.